Продолжаем. 15 марта потребители отметили День защиты своих прав. Как сообщили в местном Роспотребнадзоре, чаще всего ангарчане жалуются на недобросовестное оказание услуг, например, химчистки или ремонта, а также на некачественный товар, бытовую технику и смартфоны. Согласно законодательству, недовольный потребитель должен с претензией обратиться к предпринимателю. Статья номер 18 о защите прав потребителей обязывает продавца устранить недостатки товара либо заменить в 10-дневный срок. Если срок нарушен, потребитель вправе обратиться в суд. По правилам продажи, статья 14.15 Кодекса об административных правонарушениях. Есть административные наказания за нарушение сроков. То есть, если такое происходит, потребитель вправе к нам обратиться с жалобой. Мы разбираемся, проводим внеплановую проверку, проверяем, все считаем, когда претензия была получена, когда должен быть предоставлен был ответ. Если ответ вовремя не предоставляется или вообще проигнорировали или нарушили эти сроки, мы привлекаем к административной ответственности. С начала года в ангарский отдел Роспотребнадзора поступило около сотни жалоб. Все они, как утверждают эксперты, рассматриваются в индивидуальном порядке. Стоит отметить, что максимальный штраф для юридических лиц составляет не менее 300 тысяч рублей. На предпринимателей за нарушение сроков и ущемление прав потребителей налагаются санкции от 10 до 30 тысяч рублей.